станция. Я иду за оружием, меня либо блокируют, либо атакуют. Существует менеджер, уход с линии, атака. Если я вот так возьму и вот так, моя сила вот сюда одна пошла, вторая пошла вот сюда. А мне нужно вот такое еще. То есть вот эти точки, они тыкс и как бы в замок встают. То есть точка. И вот здесь захват. Я не просто его взял. Локти создают направление. Вы должны чувствовать. Переходите за точку. Он заблокировал от локтя до плеча. Я не могу двигаться. Я не могу двигаться вот в эту точку. Куда я могу двигаться? Я могу двигаться вот сюда. Вот это было. Подыхай. Не сопротивляйтесь, научитесь считывать движение. Каждый раз я центр подвожу. Я должен почувствовать, где он. А это как раз сближение. Вернули, ноги свободны, отошел, могу отходить, отошел, но движение атакующее, собрались, здесь я нахожусь непостоянно, смотрю на него и обратно в меня. Понятно? У него две руки в одной точке. Мой локоть никаким образом ничем не напуган. Теперь делаешь. Давай. Я локоть свой забираю. И во время своего движения локоть прямо туда вытащил. Вот. Заработал. Только так быстро не надо. Та же тема. Если я буду наклонять спину, я полечу за ним. Встали камень. Хорошо. Теперь вот это все опускаю вниз. А вот отсюда рука идет к плечу. И сразу встречи. Локтя. Помните? Если я просто развернусь, я продолжу атаковать. Массаж. Отпусти эту. Когда вы сюда отпустили, вам нужно именно вот это вот состояние. Вот, оружие. Второй момент. Думайте о том, что во время атаки у вас идет тоже атака локтем. Все те же движения.
движение, только я сейчас не даю ей захват. Попробуй. Аккуратно. С любовью.